Вы финансово безграмотны, если ваш пассивный доход еще не перекрывает расходы. И в этом ролике я покажу, почему это так на цифрах. Мы часто обсуждаем, что стандартная норма сбережения около 20%. То есть если ваш месячный доход около 100 тысяч, то в норме желательно откладывать около 20 тысяч на инвестиции и свое будущее. То есть траты составляют в норме около 80% от заработка. Но на этапе накопления капитала, по крайней мере. Следующий вопрос в доходности. Мы сейчас возьмем доходность в 20% годовых. Конечно, она плавает, конечно, в разные периоды то выше ключевая ставка, то ниже, и разные инструменты дают разную доходность. Сейчас для ровного счета возьмем эту цифру. Конкретно, она не столь принципиальна, сейчас я объясню почему. И расчеты показывают, что если вы в таком режиме живете, то примерно через 9 лет ваш пассивный доход будет превышать ваши... Траты. И давайте я покажу таблицу, чтобы пояснить, почему это так и как это происходит на самом деле. Мы возьмем калькулятор создания капитала. Если вы еще с ним не работали, под видео будет ссылка на ролик, где я очень детально рассказываю, как работает эта таблица, как с ней правильно взаимодействовать. Она позволяет вам рассчитать, исходя из вашей ситуации, на какой капитал вы можете рассчитывать, какой пассивный доход с его помощью создать, через какой период времени. Можно даже учесть крупные траты, которые у вас могут происходить. Но сейчас мы немножко о другом будем говорить. Итак, мы возьмем, что у нас стартовая позиция, стартовый капитал 0. Ничего у нас нет на старте. Доходы 100 тысяч рублей, расходы 80. Ожидаемый прирост доходов 0. Инфляцию тоже 0. То есть вот эти две цифры мы сейчас для простоты обнулим, чтобы было проще э, считать. Я понимаю, вы сейчас скажете, ну как же так, ты не учел инфляцию. Но э, это все корректно. И по-хорошему вы будете это считать как раз в этом калькуляторе. Просто сейчас мне важно э, показать вам суть, чтобы было проще понимать. Ставка 20% понимать подход, как, как считать. Затем вы сможете с этим калькулятором ставить ваши цифры, ваши ожидания от инфляции, вот, доходности, вот, цифры прироста капитала и так далее. И здесь сейчас, опять же, я не буду прям глубоко вдаваться в подробности расчета, посмотрите ролик, посвященный именно калькулятору создания капитала. Но здесь мы видим, что примерно через 9 лет наш пассивный доход при таком подходе будет превышать наши расходы. Здесь, конечно, я понимаю, что далеко не все из вас любят математику. Но здесь, если не использовать математику и не разобраться в таких расчетах, они, повторюсь, не столь сложны, то математика будет любить вас, причем часто в весьма непредсказуемых позах. Но еще раз повторю, в данном случае мы получаем, что примерно через 9-10 лет у вас появляется выбор. Продолжать ли только накапливать инвестиционный капитал или начинать а, тратить часть прибыли от инвестиций. При этом совершенно не обязательно открывать с ноги а, дверь начальника и взобравшись на стол, излагать коллегам все, что вы о них думаете. Нет, можно продолжать работать на своей работе, но вы точно будете намного увереннее и комфортнее себя чувствовать, когда все ваши расходы полностью покрываются пассивным доходом ну давайте теперь вернемся к теме инфляции конечно вы скажете а как же инфляция ведь мои затраты растут со временем и совершенно правильно тут будет вставить некую инфляцию которую вы ожидаете например 10 процентов но но вместе с этим и рост ваших доходов тоже мы заложим то есть надо же вместе с этим учитывать что вместе с ростом инфляции по-хорошему вы должны увеличивать свой доход иначе получается что вы Мягко говоря, деградируете. Это, конечно, обидно а, узнавать. И вы на это можете сказать, что, ну, вот у меня доходы не растут. Ну, что ж, это как бы ваш выбор а, заниматься тем, где работать на том месте, где доходы не растут. А не в каком-то ином месте, где доходы тоже растут. Ну, а, не будем здесь вдаваться в спор. Но вы можете поиграть с этим калькулятором. Выбрать ожидаемый, какой у вас будет ожидаемый прирост а, доходов. Какой будет ставка инфляции какая ставка ваших инвестиций какая ставка работы капитала на пассивный доход потому что в общем то это несколько разные инструменты для накопления инструменты для чисто пассивного дохода но в данном случае у нас получилось 9 лет возьмем гораздо более консервативный вариант например например вы скажете нет николай я не готов такую высокую ставку получать я я рассчитываю что у меня средняя доходность будет 10 процентов годовых и даже это уже э, вполне неплохо ну что ж тогда вот пересчитываем и смотрим что у нас получится в этом случае у нас пассивный доход в э, цифру там порядка 80 тысяч будет через 13 лет при таких цифрах ну вот давайте сейчас я опять обнулю для ровного счета э, здесь нет неправильно я вам сказал, примерно через 18 лет. Да, потому что вот это было при предыдущих цифрах 10-10. И вот если я нули поставлю, что у нас ни доходы не растут, ни инфляция не растет. Но естественно, если не, инфляции нет, если есть инфляция, есть рост дохода, то цифры будут несколько иные. То есть в данном случае получается 18 лет. То есть естественно ставка доходности очень сильно влияет. При этом часть инструментов, которые вы можете использовать, они обладают антиинфляционным эффектом. Ну, например, например, если мы говорим про э, инвестиции в коммерческую недвижимость, то как правило там закладывают индексацию ставки аренды на размер инфляции примерно обычно там 10 процентов годовых или а, фондовый рынок рынок акций считается что акции тоже антиинфляционный эффект поскольку обладают антиинфляционным эффектом потому что когда идет рост цен, инфляция поднимает цены на все, то у компаний поднимается выручка, потому что их товары, которые они продают, дорожают, поднимается выручка, прибыль растет стоимость их акций примерно на размер инфляции. Но это не всегда так, не всегда столь линейно, но в целом примерно так. Итого. Итого, то есть, если мы берем не очень прибыльные инвестиции там в 10%, то у нас получится примерно 18 лет. Нам на это а, потребуется. Не столь быстро, не через 10, а через 18 лет. Но мы с вами выяснили, что если ежемесячно инвестировать 20% дохода, то прийти к точке финансовой свободы можно за 9-18 лет, в зависимости от эффективности вашей инвест-стратегии. Средний возраст подписчиков моего канала 40 лет. Работать большинство начинает в районе 22, например, это значит, что если бы каждый из вас придерживался этой простой стратегии, большинство зрителей к 40 годам уже бы пришли к финансовой свободе, поэтому я еще раз утверждаю, что если вы пока к ней не пришли, значит распоряжались деньгами неграмотно, не, не, не совсем эффективно. Надеюсь, мне удастся хотя бы часть зрителей убедить с помощью этого видео, что финансовые стратегии а, стоит использовать. И если вы этим занимаетесь, вы на правильном пути. Конечно, надо разбираться в инструментах, научиться получать там 10-20 процентов доходность, научиться работать с инструментами антиинфляционными, работать над повышением вашего дохода регулярным и над тем, чтобы он превышал рост ваших доходов, превышал инфляцию. Но все это абсолютно разумные рабочие вещи, которые можно реализовать. Под видео дам ссылку на калькулятор создания капитала, поработайте с ним, посмотрите на что вы можете рассчитывать. Удачных инвестиций. С вами был Николай Мрачковский. Если видео было полезно, пожалуйста, поставьте лайк ему, нажмите колокольчик, напишите ваш комментарий в поддержку канала, что думаете по этому поводу. Буду вам за это благодарен. Удачи!